29 января в стенах администрации Каспийска прошло подписание соглашения о сотрудничестве между Центральным банком Российской Федерации и администрацией Каспийска. Данное соглашение поспособствует определению направлений и форм взаимодействия сторон для организации совместной работы по повышению уровня финансовой грамотности как жителей, так и субъекта предпринимательства муниципалитета. То, что мы сегодня предлагаем, там соглашение, оно рамочное, с точки зрения вот договоренности, чтобы оно было на бумаге закреплено, а план мероприятия, он уже абсолютно конкретный. И ну, вот опыт наш работы с Махачкалой, с Кизляром, с Хасавюртом, ну, с другими, с Избербашем, да, он показывает, что он как раз позволяет в графике, в сроках, что называется, и взаимных договоренностях, четко отработать вот те, ну, такой минимальный пакет обязательных мероприятий, которые позволят нам вот достичь результата. Соглашение о сотрудничестве проводится с целью координации и формирования совместных планов мероприятий по организации переговоров, планированию и выполнению поставленных задач согласованием своих действий с другой стороной. Важно отметить, что соглашение является рамочным и не влечет для сторон каких-либо обязательств. Вступает соглашение в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря текущего года. В подписании соглашения о сотрудничестве приняли участие глава Каспийска Борис Гонцов, заместитель главы Руслан Учакаев, управляющий отделением НБ Республики Дагестан Мурад Идрисов и заведующий сектором платежной системы расчетов Гусейн Алиев.